Уважаемые балакжане, дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. В этот день мы встречаемся с родными, все вместе садимся за стол, ждем боя, курантов и зажигаем бенгальские огни. Это самый главный семейный праздник. Он несет в себе уют и тепло наших близких. А еще это хороший повод подвести итоги уходящего года, построить планы на будущее. 2019 год для нас с вами был особенным. Перед нами стоял выбор вектора развития региона, и он был сделан. Мы провели десятки градостроительных советов, начали строить и ремонтировать сотни объектов инфраструктуры во всех муниципалитетах. Открывали стадионы, дома культуры, образовательные учреждения, мосты, дороги и больницы. Хочу поблагодарить каждого жителя области за вклад в развитие и процветание Вологодщины. Только благодаря нашей работе регион набирает экономическую и социальную мощь. И пусть новый 2020 год будет еще более продуктивным. Я желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и отличного настроения. С праздником, дорогие балакжане!